твой. Это мой. Кто-то хотел критики. Сейчас влетит. Втираю. Интернет никто не смотрит. В смысле, вообще. Для тупоголовых. YouTube — это только приколы разного характера. И только. Умные сюжеты не смотрят. Что такое умные сюжеты? Это мой канал с 2010 года. Мало просмотров умных сюжетов. Ну, плюс они сюда еще 15 лет. А именно с 1995 года я работаю. И мне не надо втирать про ТВ. ТВ рулит обалденно. Насколько обалденно? Настолько, что все местечковые дела завернулись в грубейшую цензуру или лишились эфира. Итак, 24 канала с пролежнями лизования. Ну, чуть-чуть на СТС и на ТНТ в двух уникальных, по сути, передачах это присутствует. Но уникальность в том, что как только человек приподнялся, он в 95 случаев становится вором. Конечно, у КПРФ есть своя линия, красная линия. Хотя я бы сделал канал под названием «Правда». Но у нас в Магнитогорске этого канала нет. Нет и все. А правда моя есть в интернете. Но ее никто не смотрит, а зря. Мой вопрос был, я могу делать правду на красной линии. Мне надо дать полномочия или не мне, сказав, что сейчас КПРФ за спецоперацию всем сердцем и душой. Но опять не дают. А почему?